13 квартир детям-сиротам и 5 для оленеводов и чумработниц. Такое решение принято на очередном заседании администрации Ненецкого округа. В 2019 году округ взял на себя обязательство сократить очередь по обеспечению квартирами детей-сирот на 25 семей. На очередном заседании окружной администрации принято решение о выделении квартир данной категории граждан. Проектом распоряжения предлагается перераспределить 13 квартир, построенных в рамках переселения из аварийного жилья, на исполнение государственных обязательств в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. 13 квартир общей площадью более 570 квадратных метров в 4-й и 5-й секциях дома номер 10 по улице Сущинского будут предоставлены детям-сиротам. Кроме того, глава региона Александр Цибульский отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить взятые обязательства. Точно выполнили показатели, которые у нас стоят. У нас стоит 25 квартир, 25. Но было бы очень хорошо, если бы у нас получилось этот показатель перевыполнить. 5 квартир решено выделить в поселке Красное для оленеводов и чумработниц в домах по улицам Красная 20А и Красная 21А. Общая площадь жилых помещений составит более 260 квадратных метров. Для улучшения жилищных условий категории граждан оленеводов и чумработниц, в общем-то, на эту категорию предлагается распределить данные жилые помещения. Напомню, что уполномоченным органом по предоставлению этих жилых помещений выступает Департамент внутренней политики. За ним планируется закрепить эти квартиры. Данные квартиры были приобретены в рамках госпрограммы Ненецкого округа обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в округе. Согласно окружному законодательству, квартиры по договорам социального найма предоставляются оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах региона, в том числе в общинах коренных малочисленных народов Севера, а также оленеводам и чумработницам, достигшим соответственно 50 и 45 лет, не занятым в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления жилого помещения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».